Добрый день, наши дорогие зрители, подписчики и гости нашего канала. Спасибо, что вы нас смотрите. Сегодня с вами мы, Алена и Александр, и мы находимся в Мадеиновском лесу. Вот так цветет медуница. Такие переливы, сиренево-розовые. Вон пчелка жужжит, мед собирает. Вот полба, дикая пшеница. Вот он. Красавцы, смотри, как зернышки один в один. Кстати, очень полезная. Да. Это прародительница всех хлебов. С нее и начали выращивать. Фенхель дикий. Анис. Анисом пахнет, да? Вот кто не в курсе, фенхель пахнет анисом. Вот эта тропка, по которой животные, да, ходят? Да, лиса. Тут енот, дикобразы, тут все частые такие проходики делают. Морковка там. И мы сейчас по лисьему следу пойдем. Вот здесь жучки опыляют. Видишь? Угу. А в середине есть фальшивый специальный такой, ну отодвигайся уже, вон туда. Вот, это цветочный такой, он издает запах этих жуков. И они прилетают, здесь опыляют. Это дикая морковка. Морковка. Да, она пахнет морковкой. Морковочка. Вот, о, только что свежий, о, прилетел. Вот, вот эта вот штучечка. Видишь, он жуков сколько приманивает. Угу. Это на запах издает, да? Да, на запах. И приманивает жуков. И приманивает, и они прилетают. И опыляют. Вот, да, вон там, видишь, сидят в середине. Угу. Ого, сколько их тут. Да, вот она приманивает, и они опыляют. Хитрая еврейская морковка. Ой, не могу я. Ой, ребята, мы вам сегодня экскурсию показали в наш лес. Может, для кого-то что-то интересное было. Пишите в комментарии. Мы хотим услышать ваши отзывы. Интересно ли вам с нами путешествовать? Интересно ли вам с нами рассматривать разную травиночку, цветочки? Да и вообще пишите.